Доброй раніцы. Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель» у студії Наталі Ігнатенко. Генеральний прокурор Республіки Білорусь Олександр Канюк прийняв удзел у пасяджэнні калегі прокуратуры Гомельскай вобласці. Галоўнае пытанне парадку дня – вынікі работы органаў прокуратуры за першае паўгоддзе 2016 года і выкананне задач па павышэнні эфектыўнасці прокурорскага нагляду. Як адзначыў генеральны прокурор, прыярытэтнымі ў паўсядзённай работе павінны быць пытанні эканамічна-прававога парадку. Але ж на самой справе шэраг разгледжаных падчас калегі тэм значна большы. Гэта і наглядальная дзейнасць прокурораў у адносінах да органаў крымінальнага праследавання і профілактыка сярод грамадзян, якія вядуць асацыяльны лад жыцця ці маюць крымінальнае мінулае. У своем выступлении наместник прокурора Гомельской области Геннадий Романюк особливо отзначил, что из-за недопрацовок у этом напрямку зараз зазначается тенденция росту по особливо тяжких злочинствах, больше як на 13% у сравнении с аналогичным летошним периодом. При этом агульная злочинность по всех напрямках суммарно скоротилась амаль на 11%. Самый значный становчий выник досягнутый по снижении и полной ликвидации дебиторской запозычанности. По поручению президента Генеральная прокуратура исключительно важным вопросом занимается, это возвращение дебиторской задолженности, в том числе внешней. Так вот, Гомельская область – это одна из областей, где есть положительные тенденции в дебиторской задолженности, то есть деньги пошли обратно. Это не может не радовать. Ну и еще немаловажный факт, опять-таки положительная тенденция, очень хорошее обстоятельство, факт, что нет проблем с выплатой заработной платы трудящимся нашим. У Беларусі з 1 жніўня ўзрасце памер грашовай дапамогі па доглядзе за дзецьмі да 3-гадовага ўзросту. Нагадаем, сума адрозніваецца ў залежнасці ад колькасці дзяцей у сям'і. Так, 35% сярэднямесячнай зарплаты выплачваецца на выхаванне першага дзіцяці, 40% на другога і наступных дзяцей. Калі ж у сям'і выхоўваецца дзіця-інвалід, то незалежна ад чарговасці нараджэння бацькам выплачваецца дапамога ў памеры 45% сярэднямесячнай зарплаты. С 1 жніўня выплаты на першае дзіця вырастуць на 7 рублёў 34 копейкі у дэнамінаваным выразе і складуць больш як 252 рублі. Дапамогі на другога і наступных дзяцей павысяцца на 8 рублёў 39 копеек і складуць больш як 288 рублёў. Дапамогі па доглядзе за дзіцём-інвалідам узрастуць на 9 рублёў 44 копейкі. С 1 жніўня яны будуць складаць 324,5 рублі. Без скальпеля и разрезов. Белорусские медики провели уникальную операцию по выманию осколка шкла с вока. Пациенту Гомельской областной больницы осколок выдалили проз нос, при этом потерпелое вока удалось заховать. У операции приняли удел хирурги Республиканского центра оторинолорингологии. Подробности в наступном сюжете. Стеклянный отломок прошел позади глаза и внедрился позади носа в клетках решетчатого лабиринта и основной пазухи. С таким диагнозом у Гомельскую областную больницу доставили пациента со жлобина. Шкляный осколок у правом воку мужчины ледь не дошел до зрукового нерва другого вока. Оперировать треба было, как мага худший. На допомогу гомельским хирургам пришли коллеги из Республиканского центра оторинолорингологии. Часто в таких ситуациях происходит удаление глаза, и инородное тело удаляется через орбиту. В данном случае было принято решение удалить инородное тело через полость носа. Этим самым мы оставили глаз, через который вошло инородное тело, и сделали декомпрессию зрительного нерва, то есть спасли зрение на левый глаз данному пациенту. Сама операция заняла 3 часа. С допомогой эндоскопичной техники медики смогли достать осколок без каких-нибудь разрезов на твары. Зараз пациента перевели у палату. Свое самоотчувание он оценивает как доброе. А день, когда все здарилось, памятая, быцем это было учора. Я занимался ремонтом дымохода в бане. У меня за баней расположена тепличка такая со стекла. И вот одна из ступенек обломалась, лестницы, и я вместе с лестницей упал. Ну, сверху посыпалось стекло и попало за глазницу. У ближайший час мужчину чекает долгая реабилитация. Обновленчий процесс будут контролировать врачи-офтальмологи. Ганна Ковалева, Михаил Рабков, телерадиокомпания «Гомель» при допомозе агентства «Теленовинов».
Уборочная кампания у Гомельской области наближается до своего экватора. По апошних даденных сельхозпредприемства собрали свыше 420 тысяч тонн зерневых и зернебобовых. Убрано больше 40% запланованных площадей. У этой горячей у прямым и переносным сенсе дни на палетках працуют не только аграры. За руль комбайна усадятся представники самых разных профессий. Подробности у репортажа Максима Савина. Под час уборочной каждая хвилина каштовна. Невеликий перепынок на обед, и комбайны снова отправляются у поля. В открытом акционерном товаристве Уваровича Элит Будокошелевского района убирать урожай допомагает супрацовник ДАИ, капитан милиции Дянис Муравейников. На этот период он взял в отпуск. До речи, еще два его коллеги таким же чином працуют на палетках Чачерского района. Дянис уродженец Будокошелевщины. Скончил аграрно-технический колледж, який находится у райцентре. И до поступления на службу у милицию навод имел опыт работы на комбайне. Правда, это был Дон. Зараз он сел за руль Гомсельмашевского Полесья. Проблем с освоением сучасной техники не было. Работал в 2006 году на совхозе, правда. На комбайне, только не на таком, но на Дон 1500. Ну, принцип действия один и тот же. Дянис працует у пары с Юрием Зауяловым, за плечами якого не одна уборочная компания. Так что побач есть с кем пораиться, коли что не зразумело. Но в уголе праца новичка у начальства нараканий не выкликая. Старается, молодец, получается. Получается работать. До речи, гэты экипаж намолотил 130 тонн зерня. У уголе ж на палетках господарки працуют 9 комбайнов. Убрана треть площа. На двор я сприяю, так что темпа уборки сбавлять тут не сбираются. Бывают капризы погоды. Ну, справляемся. Вот погода стоит, значит, выезжаем пораньше, заканчиваем попозже. Погода сухая, убирается хорошо. У уголе ж у Будокошелевском районе убрано больше за 40% площадь зерневых и зернебобовых. Урожайность 33 центнеры с гектара. На 3 центнеры с гектара вышейшая, чем у среднем по области. Максим Савин, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». У Наролі на мяжи с Полесским державным радиоцино-экологичным заповедником затриманы браконьер. Лоля рыбы у строго забороненном месте нанесла шкоду природе на сумму каля 10 тысяч долларов США у пералику. Все лето это самый буйный штраф по линии природы аховы на Гомельщине. По информации областной инспекции аховы живельного и рослинного света, за порушальником назирали с территории зоны забруджвания, отнесенной до радиоцинного заповедника. А затримали уже на Нараулянском березе, коли той перевозил рыбу. При подлику незаконного улову выявили больше за 130 особенно озерной и рачной рыбы, агульной вагой 22 килограммы. Шкода природе оценена у 900 базовых величинь, альбо 19 тысяч деноминованных рублей. Представники Мазырской межрайонной инспекции выкликали на место супрацовника у милиции и следшего комитета. Узбуджена криминальная справа. Причиненный природе вред. Ну и дальше суд решает, по этой статье предусмотрены и реальные срока лишения свободы. В этом году выявлено порядка 10 нарушений правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства на территории заповедника. Но таким крупным ущербом дела выявляются нечасто, к счастью. В основном нарушения, выявляемые на территории заповедника, это лов рыбы удочками в местах, где это запрещено, то есть на территории зоны отселения и отчуждения. Штогод на приканцы липеня гомельчане вспоминают подвиг военного летчика Виктора Оськина, який у 1992 годе ценой своего життя отвел пылающий бомбардировщик от города. По традиции в установах адукации областного центра проходят уроки мужности. Такое мероприемство отбылося у Гомельском филиале Державного института повышения квалификации и переподрыхтовки кадров у галине газозабеспечения «Газинститут». 24 года тому летчик Зябровского авиаполка Виктор Оськин отвел свой стратегичный 65-тонный бомбардировщик Ту-22 с полными баками палива от Новобелицы. И он попередил махчимые буйные разбурения и ахвяры. Виктор Оськин допомог катапультироваться своему экипажу, але сам выратоваться не поспел. Удельникам уроку мужности продемонстрировали документальный фильм «Траектория полета», присвеченный памяти Виктора Оськина. Перед аудиторией выступили однополчане мужного летчика, поведали об его житті и профессийной справе. Героичный подвиг Виктора Оськина не может не уражать. Менавіта тому люди с года в год с неподробной цікавостью знакомятся с соправдной историей соправдного человека. Всегда эти уроки мужества, они полноценны, с полным залом, со слезами на глазах по окончанию, с множеством вопросов.
к тем коллегам летчика, по тем событиям, которые произошли. То есть я считаю, что данное мероприятие, оно полноценно востребовано и никогда не проходит просто так. 21 спортсмен представит Гомельщину на 31-х летних олимпийских гульнях у Рио-де-Жанейро. Пытание по уделю Олимпиаде Романа Петрушенко и Паула Медведева покуль застается открытым. Такую информацию гомельским журналистам поведомил на пресс-конференции начальник управления спорту и туризма Гомельского облвыканкама Дзяніс Язерскі. Летні олімпійські гульні пройдуть з 5 по 21 жнівня у столиці Бразилії. Білорусь на головних стартах года представить 123 спортсмени. 21 з них з Гомельщини. За медалі наші земляки будуть змагатися у веслуванні, плаванні, баскетболі, боротьбі, велоспорті, легкій, тяжкій атлетиці. Питання по уделі у Олімпіаді весляру Романа Петрушенки і Паула Медведєва покуль застається відкритим. Як нагадав Дзяніс Язерскі, мужчинську білоруську команду по веслуванні отхилили от Олимпиады УРЭ за подозрение во уживании мельдония. Белорусские спортивные функционеры пообещали, что протягнут борьбу за сборную до опошнего. На сегодняшний день Национальный олимпийский комитет обратился в высший арбитраж в Женеве. Я думаю, что это вопрос нескольких дней. Это последний, скажем так, шанс, который мы, я думаю, что должны использовать в обязательном порядке. Но пока готовится 21 спортсмен, они готовы. Кто-то на сегодняшний день уже выехал на предолимпийскую подготовку с последующим вылетом в город Минск. Кто-то еще находится, значит, на местах, либо на базах, где проходит подготовку национальной команды. За моцные спякоты на сегодня в регионе объявлены оранжевый уровень небеспеки. У большинства районов у день по ветру прогреется до 33 градусов. Высокая температура по прогнозам синоптиков протримается до конца тыдня. У четвер и пятницу слупки термометров поднимутся до отзнаки у 34 градусы. У связи с этим МНС нагадывает, что у спякоту варто уживать больше вадкости, устрематься от приема алкоголю, обмежевать поездки на автомобили и ни в яким выпадку не покидать детей у припаркованных авто. Выглядели информации на ранешний выпуск телерадиокомпании «Гомель». У студии працевала Наталья Игнатенко. Мы сочим с развитием подей на Гомельщине. Заставайтесь с нами.